Как обезьяны букашек ловили. Не вышло. Он был настолько огромным, что казалось, даже наша родная планета Земля поменьше будет. Мы тогда летели на обновленном корабле Атлас-9. И когда уже приземлялись на астероид, нам всем предстояло осмыслить все наше существование прошлого. У нас была мечта бороздить просторами космоса. Не поля при этом, ни капельки топлива. И нам это, скажу вам с полной уверенностью, удалось на ура. Сегодня мы уже облетели такое количество галактик, сказала Воля третьему пилоту корабля, что нам всем остается только знавать то, насколько все человечество продвинулось в плане покорения скоростей. Если в доисторические времена наши предки могли изучать информацию, исходя только из того, что им предоставляют их глаза и их домыслы, то сейчас мы постигаем пределы всей Вселенной, созданной нашей родной природой. То есть, по сути, мы искусственно смогли ускорить собственное познание информации на миллионы процентов. Вот это то, что поистине меня заставляет гордиться собой и всем человечеством в целом. Теперешние понятия. Можем сколько угодно говорить всем, сколько этих людей живут среди нас, которые то и делают, что рушат жизни другим. Но то, как эти люди влияют в итоге на других, настолько огромно, что это в таких глобальных масштабах не имеет никакого смысла. И мы их будем благодарить так же, как мы благодарны своим предкам за то, что они построили для нас всех. Архив первой воли, приложение первое. Я пишу это приложение потому, что оказывается очень просто создавать мысли всего происходящего в голове и воплощать их во что-то похожее на тексты великих писателей. Когда ты разбираешься во всем, что наши предки оставляли нам на протяжении миллионов лет, это, скажу вам без преувеличений, дала нам современная техника, наделяющая нас знаниями локальности типа со скоростью нейрочтения. А когда-то еще давно, находясь на Земле, мы думали, как же мы сможем действительно проложить этот путь к великому космосу. Неужели нет ни малейшего варианта на то, чтобы осуществить мечту почти каждого человека планеты Земля? Этот выход, полет к астероиду, дался нам с трудом. Ах, как же было сложно продумать тот путь момента, когда огромная глыба протянется к любому из тех планет, которые она тогда будет пролетать. И разобьется с устрашающей силой планету, где будет суждено оставить кратер размерами с Землю. Но, как оказалось, это куда проще, чем может показаться. Теперь нам остается дождаться, когда же мы отыщем хоть какие-то признаки инопланетян. Мне еще нравится очень говорить о том, как в итоге мы не схожи с теми и нами, живущими на Земле. Оказывается, все те предрассудки, глупые мировоззрения, надуманные глупыми людьми, истерики и догмы, которыми мы были напичканы на планете, отрываясь, покидая Землю, мы также прощаемся с той сутью человека земного. В это сложно поверить. Но теперь главной проблемой остается только ожидание будущего. И да, из-за этого также бывают проблемы у людей современных. Но эти проблемы ничтожны. А проблемы, создаваемые неполадками, решаются коллективно, логически, разумно. А еще представьте, что все то время, которое вы тратили на раньше на ваши дела, все то, что вы привыкли делать больше всего, в будущем перестало существовать. Потому что это именно то, что занимает большую часть вашего времени и ресурсов.
прогресс, он старается освободить ваше время и ваши ресурсы для других дел. И, соответственно, посмотрите на вашу жизнь, все то, чем вы занимаетесь. Это перестанет существовать. Видоизменится. Чтобы освободить ваши руки. Развязать ваши руки. Это все я записываю для той грузочки Земля, чьи мифы в голове затормозили понятие сути человечества в природе. Одумайтесь, пожалуйста, и прилетайте к нам. Одумайтесь, пожалуйста, прилетайте к нам. Архив Брав. Сообщение для Кристины. К нам пришли новые сведения о том, что на Земле проживает более миллиарда человек. В том числе там твой отец и мать моя там до сих пор. Ты понимаешь, как сильно я волнуюсь за родных? И нет, я не слепо верю в лучшее. И что их взгляды на мир спокойно отражатся на всем их жизненном пути. До конца их спокойной жизни. Но не бывает такого, Кристи, понимаешь? Не на планете. А еще, знаешь, что сегодня мне пришло по нейролокал? Глупые тексты от мамы про то, как сильно она меня любит и поэтому желает моего скорого возвращения. Потому что заботится обо мне. Их все надуманные ими же сами идеи об худшей жизни вне Земли распространяются там как факты. А как же нам жить спокойно здесь, если родные со своими предрассудками живут там и непонятно чем занимаются? Да, да, я знаю, Кристи. Что ты опять скажешь мне, что это все мои страхи из прошлого? Ведь по сути, я же не знаю, потребляешь ли ты тот внутримозговой раствор для изменения ДНК, отвечающего за эмоциональный покой человека. И вообще, стоит ли с тобой общаться мне сейчас, когда у нас уже так сильно поменялись взгляды на жизнь? Запись от Бравиуса. Когда-то при исчислении Григорианского календаря в году эдак 2035 от Рождества Христова мы были той массой людей, которые мечтали, чтобы наш прах развеяли над холмами марсианских пустынь. Что бы вы сказали тем людям, которые в каком-то смысле придерживаются отличных идеологий? Но эти точки зрения совершенно противоречат тому времени, которое уже наступило. И которая движет всеми нами и теми процессами, которые мы создавали веками. В 2021 году потребительская часть населения, такие страны как Испания, Франция, Италия, которые остановили в своих странах процесс прогресса, не потребляя по сути ничего, выстроили внутри страны свои идеальные идеологии и догмы. Им было намного важнее, кто и где пообедал, какой ресторан посетил на этот раз, как отпраздновал день рождения. А школьники больше не интересовались, какой девайс Китай на этот раз выпустил в свет. Всем было достаточно iPhone 5. И разговоры о том, куда сегодня сходить в гости, чтобы опять же поговорить о самом любимом, о еде. А с другой стороны, страны бывшего Советского Союза, наоборот, в общей массе мечтали приобрести Землю на уже досягаемом. По словам ученых-теоретиков, тогда уже и практиков, Марсе. Так как двигало их то понятие, когда смена места обитания, это только к лучшему. Ну, а в этих краях уже были светящиеся глаза населения, мечтающего и строящего будущее на несколько поколений вперед. Мне кажется, их подвигло все то, что переживали их предки, и тот хаос, то сплошное выживание, а не жизнь. Все слепо передается с поколения в поколение. Но мы об этом догадывались. Личный архив Кристина. Вот ведь странная подружка.
Ну, я не понимаю. Подозревать свою мамочку в том, что она может там себе навредить всякими мутагенами? Или как их там, их ная? Мне это чуждо. Сегодня она меня заставила усомниться в нашей дружбе. И самое главное, что я ее знаю насквозь. И если бы она меня слушала, то я бы открыл ее замыленные, возможно, кем-то глаза. Пишет читателям Земли уже более года. Хотя нет, скорее, намного больше. Но, чего она пытается добиться? Блин. Во-первых, все ее переживания в корне лежат только из-за глупом отказе от того, что с ней происходит в реальной жизни. Я хочу сказать, что ей всего лишь нужно позабыть о своей частичке себя, которая отвечает за прошлое, за ту жизнь на планете. Она приняла жизнь здесь наполовину, глупышка. Я тоже, глупышка, оскорбила и заявила, что наши контакты отныне разорваны. Это не так, я люблю ее.